За деловое сотрудничество с женой могут уволить акима Куланского сельского округа Турар-Рыскуловского района. Чиновник заключил с компанией, которой руководит его жена, 11 договоров о государственных закупках на 23 миллиона тенге. Нарушения выявили специалисты Департамента внутреннего государственного аудита. Сделали предупреждение акиму, но тот продолжил покровительствовать компании своей супруги. Проведен аудит в данном сельском округе, где выявлено нарушение законодательства о госзакупках. По итогам принятых мер, советом по этике принято решение об увольнении данного акима сельского округа с госслужбы. Согласно статье 50, данный поступок классифицируется как дискредитирующая госслужбу. Таким образом, при увольнении должностного лица по данной статье, он не имеет права в дальнейшем устраиваться на госслужбу.